Россия последовательно выступает за скорейшее мирное урегулирование кровопролитного конфликта в Сирии. В качестве главных задач Москва видит полное искоренение террористической угрозы на территории Арабской Республики. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая сегодня перед участниками Ассоциации европейского бизнеса. Встреча проходит в столице. Мы заинтересованы в том, чтобы борьба с терроризмом велась коллективно, на прочной международно-правовой основе. Об этом говорил чуть больше года назад президент Путин, когда он выступал на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сожалеем, что наши европейские коллеги, Евросоюз, свернули сотрудничество с нами в сфере антитеррора, как и во многих других областях. Нас, конечно, удивляет, что и прагматичные члены Евросоюза, которые традиционно славились такой приверженностью реальной политики, вслед за русофобским меньшинством требуют в отношениях с Москвой поставить политику выше экономики. Глава МИД России жестко высказался и по поводу санкций. Заявил, что, цитата, «порвать в клочья российскую экономику, как обещал Вашингтон, не удастся. Попытки прибегать к наказаниям результатов не дали и не дадут. Россия уверенно стоит на ногах». Конец цитаты.